Срезали старые опоры освещения, а новые не ставят. Именно с такой жалобой в редакцию телеканала «Актобе» обратились жители улицы Нариманова, что в районе центральной городской мечети. Дети вынуждены возвращаться из школы вечером в кромешной темноте. Отсутствие света на пешеходных переходах приводит к дорожно-транспортным происшествиям. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Столбы были. Когда я позвонил в горсеть, сказали, ваши столбы украли. Я позвонил в прокуратуру, милицию, и выяснилось, что не украли. Оказывается, подрядчик, который должен был установить другие фонари, просто-напросто все столбы по улице срезал, новые еще не поставил. Проблемы горожан, проживающих по улице Нариманова, начались с ремонта дорог. Здесь сняли старый асфальт и уложили новый. С одной стороны улицы оборудовали тротуары, а с другой нет. Теперь проезжая часть в хорошем состоянии, что позволяет автолюбителям развивать высокую скорость. Все бы хорошо, однако отсутствие освещения порой приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Пешеходные переходы водители попросту не замечают из-за отсутствия света. Кроме того, перед зебрами нет лежачих полицейских. Люди опасаются за здоровье родных и близких, особенно детей. В этом районе работает сразу несколько школ. Живем мы здесь 60-х лет. Мы здесь родились, мы здесь в школу ходили, здесь наши дети растут, внуки у нас, мы так и живем на этой улице. Что здесь освещение? Освещение убрали фонари три месяца назад, так освещения нет. Улица у нас центральная, проезжая, много машин. Выйти мы после 6 вечера, сейчас темнеет рано, выйти не можем. Почему? Потому что нет освещения. Вот здесь женщину у нас сбила на перекрестке. На пешеходных переходах, да, потому что нет освещения. И там дети все поднимаются, вот с дач, все, там район у нас очень такой насыщенный, очень много детей. В городском отделе ЖКХ отметили, что работы по замене опор с установкой освещения идут согласно графику, однако имеются сложности с прокладкой подземных электросетей. Производится демонтаж опор улиц Кобзева, Нариманова, Берсиева. На данный момент производится замена старых железобетонных опор на новые металлические опоры и светильники. На светодиодные светильники сейчас заменяется. На данный момент произведена замена опоры светильников по улице Кобзева, а также производятся работы по замене Нариманова и Берсиева. До конца этого года эти улицы будут уже подключены к сетям освещения. Николай Сырбов, Арман Усмагамбетов, Миржан Аманжолов, телеканал «Актобе».